Мне трудно сказать, вы знаете, я просто вспоминаю историю нашу, знаю, что церковь всегда противилась, когда браки распадались, потому что это считалось святым. Это святое вот такое братство мужчины и женщины, которое, святой союз, который и определял их будущее, и определял ответственность каждого друг перед другом и перед своей страной. Мне трудно сказать, надо ли это делать. Тут дело совести каждого. Я вот, например, был женат 3 раза, сейчас 4-й раз. Я всегда оформлял, так сказать, не потому что я такой законопослушный, такой совок, знаете, надо идти в ЗАГС и все. Нет, просто я чувствовал свое обязательство перед этими женщинами. Я любил, да? Вот я хотел, чтобы все было хорошо. Государство дает возможности, когда ты состоишь в этом браке, в этих определенных законных условиях, то тебе дают возможности, как бы, ну, чтобы семья была в нормальном состоянии, дети твои потом были признаны и так далее, и так далее. Мне трудно сказать, что тут надо делать. Вот. Но, на мой взгляд, в любом случае, когда 2 человека сходятся, им надо создать все условия, потому что они потом родят детей, и эти дети – это все достояние нашей страны. Простите.